8 июля в России отмечают День семьи, любви и верности. Пожалуй, один из самых объединяющих и теплых праздников. В Волгоградской библиотеке имени Максима Горького не оставили эту дату без внимания. В преддверии праздника там открылась выставка «Глазами детей о любви, семье и верности». На ней представлено более 55 работ юных художников. Это замечательная на самом деле выставка, потому что сюда пришли не только сами юные творцы, но их папы, мамы, бабушки, дедушки. Это действительно семейное творчество. Мы рады, что библиотека растит не только юных читателей, но и юных художников. Команда художественной школы предложила своим воспитанникам порассуждать о том, что такое семья, и выразить это в своем творчестве. Получились картины, инсталляции и подделки, каждая со своим смыслом. От каждой веет теплом и любовью. Я нарисовала на своей картине семью, которая празднует Новый год. Мы с семьей тоже примерно так же и праздновали. То есть, по сути, ты на картине нарисовала свою семью? Да. Я нарисовала семью. Вот, картина называется «Пикник». Там сидят на пледе семья, мама и дочка. Они пьют чай. Вот, издалека идет папа. Он и был на рыбалке. Он несет завтрак, можно так сказать. Они скоро приготовят уху, может. Для руководителя художественной школы выставка стала дебютом, который она разделила со своими воспитанниками. Хочу сказать большое спасибо детям за их честность, доброту, открытость, любовь, которую они дарят каждый день на наших занятиях своим семьям. Самое ценное в нашей жизни – это семья. Недавно став мамой, я осознала это до глубины своей души. И мне кажется, как преподаватель я становлюсь с каждым годом еще более осознанней. Поэтому спасибо вам огромное. Символично, что в день открытия выставки юных художников пришли поддержать их родные и близкие. Картины собрали в одном зале самые разные семьи. Дети с удовольствием рассказывали о своих творениях, а родители с гордостью слушали. Моя дочка представила на этой выставке две работы. На картине нарисована наша семейная новогодняя традиция. Мы каждый год 31 декабря всей семьей лепим пирожное картошка. Рецепт этого пирожного у нас передается из поколения в поколение. Вторая ее работа – это вазы. Три вазы. На каждой нарисована мама, папа и дочка. Работа получилась очень необычная и уникальная. Я даже думаю, что она может стать нашим семейным талисманом или какой-нибудь семейной реликвией. Выставка будет находиться на втором этаже Волгоградской библиотеки имени Максима Горького до 17 августа. Посетить ее может любой желающий. Анжела Умбетова, Арсений Бровкин, телеканал «Волгоград-1».